Приехал домой, а здесь а снежок лежит. Катаемся по снегу. Хорошо. Декабря приехал за родниковой водой. На улице вроде тепло, где-то градусов 5, может быть. Но я приехал на эту дорогу, где мало ездят и не чистят ее. Там сзади меня находится в лесу просто пару домиков, ресторан и все. Поэтому дорога такая. Я тихо ехал на мотоцикле. Ноги опустил вниз, как лыжи. Если что, куда-то тянет, ногой опираюсь и все. Сейчас стою, жду, потому что людей здесь много. Сейчас замерю качество родниковой воды. И вот я привез. Такая большая сумка у меня. Там 30 литров помещается, канистры. И два рюкзака спереди и сзади будет висеть. Получается, 50 литров я могу с собой взять. Я мог бы еще, но думал, ладно, так как здесь снег, я не буду перегружать. Если будет падать, чтобы мне замеряем легче было водичку. Держать. Вот я показываю. Показывает 50. Раньше было 0, потом 20, а теперь уже 50. Короче, она становится грязнее. Загрузился я. Прошел почти час, пока я ждал. Передо мной были 5 машин. Загрузился, сажусь и еду. 22 декабря, 2 часа. Освободился немножко, решил, сегодня у меня немножко будет такой день отдыха. Сейчас иду в баньку, сауну. Она с 2 часов начинает работать. Пропариться немножко. Не то, что я замерз, просто вот, как говорится, почистить немножко кожу и немножко, чтобы шею прогреть, потому что она меня побаливает. Не сама шея, а вот мускулы. Плечевой сустав, там и шейные, вот это все. Возился с Ютубом много там. Уже, ну, больше половины уже обработал, загрузил. Я думаю, еще несколько дней я буду готов. Закончу обработку. Сейчас уже тепло стало. Со вчерашнего дня, хотя уже, как, может быть, да как минимум 2 дня потеплело. Весь снег растаял. Вот сейчас вместо снега идет такой вот ушел мелкий за дождик. Нашу деревню прогулку. У нас идет здесь родничок небольшой. Я замерил сейчас загрязнение воды, конечно, как у нас в кране. Показывает 220-230. У нас дома из крана текет тоже примерно 250-260. Какой красивый закат. Сидел все время, это, YouTube делал там немножко. Видео смотрел, пока кушал. Сейчас вышел на прогулку. А то весь день дома сидишь, устаешь как-то. На улице тепло. Уже почти недельку пошла теплая температура, снег растаял. Приятно. Почти как осень или весна. Приятно на улице. Сейчас со вторника опять будет немножко похолодание. Но зато будет погода, как говорится, чистая. Запах. Летняя. Зелень, которая гниет вокруг. Видать, морозы, которые были до 10, до минус 10. Они немножко повредили зелень всякую, и которая сейчас немножко потеплела, сейчас до, иногда, может быть, достает до 20, потеплела днем, и она, как говорится, гниет, гниль, пахнет такой вот, когда вот зелень немножко так гниет, пропадает. Не то, что плесенью пахнет, а вот, когда вот, как компостная яма такая вот под вид. Приветствую всех моих подписчиков. Все, кто подписался, а кто не подписался, подписывайтесь. Желаю вам хорошо провести эти праздники и всего хорошего в новом году. До скорого, всем всего хорошего. 27 декабря. Вышел на прогулку с велосипедом. Сейчас вроде солнце светит, но зато холодный ветер. Примерно 10 градусов. Если на велосипеде едешь, руки мерзнут. А вот вчера было пасмурно, солнца не было, но теплее было, не было этого холодного ветра. Ну так, солнце, я решил выехать, прогуляться. Сгонял в магазин,
посмотрел там цены, с интернетом сверил. Цены в интернете все равно дешевле. Даже если там доставка, все равно выгоднее заказать. Не надо таскаться с этим, не надо ездить. Потому что у сестры машина BMW, пятерка, дизель. Этикет масла. Я говорю, ладно, посмотрю. До моего отпуска я разобрал и посмотрел, откуда текет. Короче, турбо гонит масло. И сейчас звонил в компанию, которая продает вот Ликимоли, что они мне посоветуют, какие масла. Короче, от завода советуют 5.30. Но так как у машины большой пробег уже, то Ликимоли посоветовала мне 5.40. Они говорят, когда холодная, то жидкость одинаковая, а когда теплая машина, то жидкость немножко густее. И не так сильно пропускать будет где-то, если какие-то резинки износились. Потом еще хочу заказать дополнительную жидкость, которая, как говорится, против утечки масла. Ну и хочу еще взять одну жидкость, который надо зачистить мотор, потому что мотор уже много прошел, 285 тысяч, и надо перед заменой масла залить, чтобы поработало 10-15 минут, и потом слить, чтобы все шлаки ушли. Вот это вот я цены сверял, и, короче, в интернете дешевле выходит. Тем более там еще предлагается акция, сейчас 4 дня 22% скидки. Посмотрим, сколько. Ну, будет все равно дешевле, чем здесь в магазине покупать. Короче, это сейчас в дальнейшем решим. Сейчас покидаю мой поселок и еду в следующий. Ну, не доезжая до следующего, я хочу вот тут внизу в ущелье спуститься и там у речки покушать шиповника, калину немножко. Немножко зарядиться витамином С. Пока солнышко еще светит в той стороне. Еще, я думаю, часа два и будет темнеть. Вон спуск в ущелье туда, вниз. Приехал я вот в это ущелье. Здесь вот с левой стороны находится заповедник такой, для птиц, для животных. Не то, что заповедник, здесь кустарники просто. Они вырезают их специально, чтобы здесь прятались всякие птички и покрупнее животные, скажем, зайцы, косули. Тут вон калина растет, здесь шиповник растет, везде такие кустарники, там еще шиповник. Боярышник тоже там где-то в кустах растет, находится. Люди катаются на лошадях вон, такую хорошую погоду. Сейчас немножко перекушу ягодками и домой. Желательно ягоду кушать после морозов, она становится мягкая. Я откусываю головку, выдавливаю. Семечки надо выдавить, а то они там это волосатые, колючие. Так вот, я выдавил. Макушку я слизываю. И эту всю кучку семечек я сейчас высасываю. Все, я высосал и сплюнул. Теперь осталось только кожура и мякоть. И это вкусно и мягкое, можно съедать теперь. Много я шиповника не ем, так, чтобы немножко уже чувствовалась немножко сытность. Они такие, после мороза, такие мягкие. Когда выжимаешь, когда кушаешь, мякоть вот эта вот сладенькая уже после морозов. Кажется, как будто природа сама приготовила мне такой вот мармелад, повидло. Калина немножко, конечно, по-другому. Она просто пучок с дерева срываешь. Ягодки с этого пучка откусываешь, жуешь, но семечки не прокусываешь, жуешь, и потом, когда весь сок, как говорится, высосало, тогда можно все это остальное выплевывать. Все, немножко зарядился витамином на несколько дней. Теперь можно катить. Как шумит это все! Один раз в год происходит такой шум. Столько денег улетает. Просто в небо. I'm walking alone, the streets are empty. The only
something I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Oh,
from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.